блядь, вот пидорас, а. Ну, охуеть. Ебучий случай. Здравствуйте. С будущего года налог на имущество физических лиц, квартиры, дома, гаражи новосибирцы будут платить, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, максимально приближенной к рыночной. Такой законопроект сегодня утром одобрили на заседании областного правительства. Сумма налога в итоге должна вырасти. Идиотка, представляешь? Реально? Идиотка! Блять, вот пидорас, а. Ну, охуеть. Ебучий случай.
Здравствуйте. С будущего года налог на имущество физических лиц, квартиры, дома, гаражи новосибирцы будут платить, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, максимально приближенной к рыночной. Такой законопроект сегодня утром одобрили на заседании областного правительства. Сумма налога в итоге должна вырасти.